Блогер и танцор Давид Манукян, известный под псевдонимом Дава, сделал доброе дело. Артист проявил сочувствие к потерявшему мать мальчику. О своем поступке экс-бойфренд эстрадной певицы Ольги Бузовой решил рассказать всем. Манукян встретил на парковке школьника, который подрабатывал, протирая фары у автомобилей. Артист поинтересовался у ребенка, на что он копит. В ходе беседы выяснилось, у мальчика недавно умерла мама, его семья сейчас в долгах, а он хочет купить iPad. Ребенок расплакался, вспомнив о страшной утрате. Вместе с ним заплакал и Дав. Чтобы утешить школьника, блогер купил ему в подарок ноутбук. Диалог с ребенком и процесс покупки ноутбука снимал на видео друг Дава. Позже артист опубликовал трогательный ролик в своем микроблоге. Он набрал больше 4,5 миллионов просмотров в одном только Инстаграм. Даве этого недостаточно. Он захотел, чтобы его поступок видели все. Поэтому артист оплатил рекламное продвижение видео в социальных сетях. На баннерной панели страницы ВКонтакте уже можно наблюдать ролик доброго поступка блогера с просьбой подписаться на его аккаунт. Кстати, это далеко не первый случай, когда блогер был замечен в подобном. В мае этого года неизвестный массово расстрелял школьников. Манукян поехал на место трагедии и хотел выразить сочувствие родственникам погибших. Все это он снимал для своего Инстаграм и опять был пойман на том, что запустил на это платную рекламу. Так что, похоже, в случае с Манукяном, добрые поступки он совершает лишь ради денег и пиара.